Чел вам? У нас сюда так типа служка сопровождения. Всем привет, с вами Алекс Лайт канал. У нас чинится микрофон камеры, поэтому мы снимаем на iPhone. У нас сегодня обучалка в формате влога. У нас есть подписчик будущий. Тагир. Марк. Марк? Да. Ладно. Короче, он сегодня будет учиться 360, и я буду показывать, как это делать. Погнали. Ну все, давай, поехали. Пишем. Короче, я расскажу по этапу, как делать трёпку, как ее поджимать правильно. Для начала вы должны уметь в инете. Это все знают. Это, короче, берешь вот так вот. Потом вы должны уметь трёпку на тэпе. Я, кстати, хотел такие купить. Дальше. Чтобы научиться трёпку 2, вам надо научиться ее поджимать. Но это пока не обязательно. Вы должны уметь в инете с поджатием. Дальше, чтобы переходить трёхи, вы должны перекрутить ванетти на 270 градусов. Самое важное, чтобы сделать 360 ровно, красиво, это вы должны смотреть головой в сторону вращения, не оставлять голову посередине трюка. Это самая основная ошибка, которая бывает у новичков. И так вот, чтобы сделать 360 ровно, вы пока можете делать без поджатия. Фишка в том, что вы должны заходить немного в дугу и крутиться резко всем телом. Я сейчас покажу, как без поджатия делать трёпку. Давай. Сейчас наш подопытный ученик будет это все делать. Да, пожалуйста. Вообще самое важное – это головой смотреть до конца. То есть у тебя голова остается, и ты типа продолжаешь крутить полностью. Смотри. Пишем. В общем, ты должен найти для себя точку, когда будешь крутиться. То есть ты крутишься и наперед головой туда смотришь, то есть ты должен видеть свое заднее колесо предположим. Вот сейчас попробуй это сделать. Прям вот так вот головой, то есть это прям реально ногу поможет. Вот, давай сейчас попробуем. Пробовать? Да, руками, то есть тело с дугой, дуга, голова. Попробуй. Да, да, да. Тэпи, да. Теперь попробуй немножко. Теперь попробуй немножко, короче, посильнее руками и немножко повыше Вани. Вот. Вот, сейчас ошибка была, то, что он не крутится до конца головой. То есть ты попробуй до конца голову вести. Yeah. Все получится. И чуть посильнее ручками. Что может нам помочь в трёхе, это перед тем, как ты делаешь трёху, попробуй взять дугу и немного вжаться. И потом... Так. Всем привет. Сегодня 29 апреля, прекраснейшая погода, солнышко светит, мы вышли только из каталити, учим парней делать крутые трюки. Может, наехал на что-нибудь? Ну, сейчас, не короче, возьмем, наверное, другой велосипед, вот у этого, где он? Тут пацан. Так, где он спускает? Мне нужен твой байк. Для видоса. Не матерись, это на канал. Мы вас пропиарим, пацаны, будете байки крутые. Байки ставишь? Ну все нормально. Вот я тебе как пытаюсь. Лайки ставили, пацаны? Да. Здорово, блин. Да, 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 да. Давай еще чуть-чуть порезче, и ты поставишь. Теперь 4 дня я не буду. Что ты меня снимаешь? Пробуй, короче, вот получается, ты едешь так, вот так вот, и вот дугу берешь и не крутишься прям. То есть типа называется типа, а, я понял, волевой и сразу вправо. И вот да, так да. Вот, типа, да. Ты снимаешь. В общем, это была быстрая обучалка 360. Не в два колеса, конечно, но пойдет. Что ты, Руслан, хотел сказать? Я хотел сказать то, что вот главное, пацаны, это практика. Ежедневно будете пытаться делать даже не трёху, а любые другие трюки, у вас все получится. Лайки накидайте на видео, пожалуйста, и подпишитесь.